Чё, ребята, я на рисовых ячейках. Говорят, тут труба есть. Сейчас будем проверять. Тут, блин, паутина. Приехал я, короче, с утра пораньше. Сегодня у нас такая туманность наблюдается. Ветра нету, ништяк. Надеюсь, что-нибудь найдем. Я вот не пойму, вода такая, как будто красная. Скорее всего, это отблеск от солнца идет. Еще и водоросли. Но все равно она мутная. Что-то я пока нифига ничего не вижу. Хотя я пока ехал вот с той стороны, получается, вверх или ниже по течению. Куда там течение идет, я уже забыл. Ну, короче, я видел рыбу. Плавает она на поверхности. Ну, там и везде занято. Рыбаки уже со вчерашнего дня сидят. А тут-то что-то тишина. О, кажется, я увидел. Да. Фаю, там вот тоже вдалеке есть. Ну, вдалеко говорю, блин. Вдаль не будем пока стрелять, вот здесь вот поближе есть. Сейчас поближе подойдем максимально, чтобы разглядеть. И куда он делся? Блин, а. Он же тут-то был. Чё за прикол? Он чё, меня увидел, что ли? А вот он сюда пришел. Ну, блин. Чё, блин, издеваешься, что ли? Вот он. Так, давай еще раз. Надо, короче, стать караулить его. Вот он. Плохо показывается он еще. Осторожничает. Нифига, там тоже, блин. Ох, какой всплеск. Хороший был. Так, вот он здесь. Блин, плохо, солнце прям с той стороны светит, поэтому плохо видно. Возможно, он меня хорошо видит, поэтому и не всплывает так. Так, попробуем с этой стороны постоять. Подождать. Блин, он уходит от меня. Отдаляется. Возможно, я слишком рано приехал. Ну, тут-то еще есть. Ну, как только подходишь, они все, короче,
исчезают, на дно уходят. Вот сейчас здесь посмотрим. Смотри, блин. Вот он, блин. Прозевал. Вот он. Ну-ка, еще раз. Есть. Я все-таки его взял. Какой сильный. Так. Подожди. Блин. Не надо туда ходить. Сюда ходи. Туда не ходи. Что ты? Блин, багор забыл опять, а? Вот как? Как всегда, назло, блин. Я там за что-то зацепился. Так не пойдет. Вот, молодец, вышел. Отлично. У нас есть сазанчик. Эй, блин. Вот такие водоросли лучше сразу оторвать. Потому что потом они могут причинить неудобства. Так. И чё? Куда мы тебе? Короче, вот такой золотистый сазанчик. Пока поставлюсь на паузу. Так, короче. Вот это вот вдоль вот так берега были раньше рисовые ячейки. В этом году, короче, не сажают. Фу, забросили. Поэтому травой все заросло. И ходить тяжело. Хорошо, что есть сапоги. Так. Что у нас тут? Кажется, я что-то увидел. Или мне показалось? Плохо, что я уже нахожусь на уровне самой воды. Поэтому очень тяжело. Нет, не показалось, это сазан. Сейчас. Главное разглядеть. Минут он с волнами все смешивается. И вообще, блин. Тут, блин, бинокль нужен, чтобы разглядеть. Нет. Не стреляй. Не надо торопиться. Ух, блин. Кто там? Птица ты! Птица испугнула, короче. Трудная птица. Всю охоту испортила мне. Сейчас мышь появится. О, приехали смотреть рисовые ячейки. Возможно, будут что-то сажать. Не знаю, рис, наверное, уже поздно сажать. Вроде бы уже все посадили. Блин, а? Не видно нифига. Блин, ребята. Вот тут прям сазаны стоят. Вот они тут. Ну тут такое место, блин. Запутается и все, капец. Только на силу тащить его по-другому никак не получится. Блин, он походу меня камеру забрызгал все.
Сейчас, куда тебе? Фух. Хотел в кучу стрельнуть, а тут и рядом прям был. Так, вот он есть деревянный палец. Сейчас мы на него положим. Так, камера. Камера, блин, не знаю. Заляпанные. Просто у меня очки заляпанные. Поэтому я подумал, что камера заляпанная. Здесь его тащить только так. По-другому никак не получится. Иначе он запутается и все. Ах ты, блин. Ну, попал я в него нормально, конечно. Ладно, короче, выключусь пока. О, утята. Утята. Молодняк. Блин, такое место все открытое. Хорошо бы здесь вытаскивать. Сазана. Главное самому не утонуть, блин. Вроде берег твердый. Да и сазана не видно. Нифига. О, блин, вот он. Ах, блин. Как жгёт. Долго я его высматривал, блин. Все, есть. Так, подергайся. Так. Блин. Все, нет, не успокоился. Ну ладно, я подожду чуть-чуть. Блин, как тебе вот так? Что ты, блин? Короче, запарил ты, блин. Так вот. Нифига себе, скелет зацепил, блин. Так. Тяжело, конечно, разглядеть, но я это сделал.